Vaishnavi Vani Mataji, please accept my obeisances. Should we read on English the text and purport for you? Because other devotees are Russians. Hare Krishna, Prabhuji, nice to hear you. Please accept my humble obeisances. All glory to Prabhupada. Thank you, Prabhuji. I know, no, don't worry about me. I can manage. I can see vedabase.com and follow the English. Okay. So today we read it. Second. Today we read second canto, third chapter, text number 15. Second chapter. Okay. Just can you tell again? I'll write it down. Second chapter. The second canto, third chapter, text number 15. Okay. 2, 3, 15. Okay. Thanks a lot, Prabhuji. This is very helpful. Hare Krishna. Krishna. Дриттхарна Прабху. Махарадж подключится? Маджикар Пурманджай, это вы вопрос задаете, да? Да. Я не знаю, откуда же я знаю? Я же вам ответил, что Гуру Махарадж прочитал сообщение о лекции, но ничего не ответил, не отменил и не подтвердил. Прочитал просто. Так как я не параматма, я не знаю. Мы надеемся. Харе Кришна Махарадж здесь. Харе Кришна, да, спасибо. Да, Харе Кришна. Да. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Nice to see you. Please accept Hare my obeisances. My humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Okay. Om Magyanatim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter Number 3, Text Number 15. Is that correct? Yes, Guru Maharaj. Okay. Savai Bhagavato Raja Pundaveyo Maharata Bala Bala Kridan Ak Bala Kridan Nakai Kridan Krishna Kridam Ya Adade. Let me chant again. Sabai Bhagavato Raja Pandaveyo Maharata Balakrit Makai Kridam Krishna Kridam Yaadade Savai Bhagavato Raja Pandaveyo Maharata Bala Kridamakai Kridam Krishna Kridam Yaadade. Okay, you can read the translation in purport. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Внук Пандавов Махараджа Парикшит с самого детства был великим преданным Господа. Даже играя в куклы, он старался служить Господу Кришне, подражая взрослым, которые поклонялись семейному божеству. Комментарий. В Бхагавадгите 6.41 сказано, что если человек не достиг успеха в занятиях йогой, он получает возможность родиться в семье благочестивых брахманов или состоятельных людей.
царей кшатриев, либо преуспевающих торговцев. Но Махараджи Парикшиту было дано неизмеримо больше. Поскольку в прошлой жизни Парикшит был великим преданным Господа, он родился в императорской династии Куру в семье Пандавов. Таким образом, уже в раннем детстве он имел возможность близко познакомиться с преданным служением Господу Кришне, которым занимались члены его семьи. Пандавы были преданными Господа и почитали семейных божеств в роскошном, специально предназначенном для этого дворце. Рождающиеся в таких семьях дети, как правило, даже в своих играх подражают поклонению божествам. По милости Господа Кришны, нам тоже посчастливилось родиться в семье вайшнавов. И в детстве мы подражали поклонению Господу Кришне, копируя действия своего отца. Отец всячески поощрял наше желание устраивать такие праздники, как Радха-ятра и Дола-ятра, и не скупясь раздавал просад нам и нашим друзьям. Нашего духовного учителя, тоже родившегося в вайшнавской семье, воодушевлял его великий отец вайшнав Такур Бхактивинода. Так заведено во всех вайшнавских семьях. Знаменитая Мирабай тоже была стойкой преданной Господа Кришны, поднявшего холм Говардхана. В биографиях преданных очень много общего, поскольку все великие преданные Господа проводили свое детство одинаково. По мнению Дживы Госвами, Махараджа Парикшит, вероятнее всего, слушал рассказы о детских играх Господа Кришны во Вриндаване, поскольку подражал им, играя со своими юными друзьями. Однако, по утверждению Шридхары Свами, Махараджа Парикшит подражал старшим членам семьи, которые поклонялись семейному божеству. Шрила Вайшнава Чакраварти поддерживает точку зрения Дживы Госвами. Но как бы то ни было, ясно одно. С самого раннего детства Махараджа Парикшит испытывал спонтанное влечение к Господу Кришне. Неважно, чему он подражал – играм Господа или поклонению ему, и то, и другое свидетельствовало о его великой преданности Господу, выдавая в нем Махабхагавату. Подобных Махабхагават называют нитья-сидами, то есть душами, освобожденными с самого рождения. Однако есть люди, которые, даже не будучи освобожденными душами от рождения, развивают в себе стремление к преданному служению благодаря общению с преданными. Их называют садана-ситхами. В конечном счете между ними нет разницы. Подводя итог, можно сказать, что просто общаясь с чистыми преданными, любой человек может стать садана-сидхой, преданным Господа. Примером тому наш великий духовный учитель Шри Нарада Муни. В прошлой жизни он был сыном простой служанки, но благодаря общению с великими преданными Господа стал великим преданным, которому нет равных в истории преданного служения. Шурупада Киджага. Ом Магьяна Тимарандасья Гьянанджана Шалакая Чаксурунмилитаннена Тасмай Шри Гураве Намаха Ванча Каупата Рубьясча Крипа Синдубай Эвача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар, Шри Васаде Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're hearing now, Shonaka Rishi is addressing Sutta Goswami in the name of Sharanya Forest. Харибо. Мы слушаем о том, как Шоунак обращается к мудрецам в лицу Наймишарани. So Shonaka is describing about Maharaj Parikshit and how he was such a good devotee. Шонака Риши описывает, каким хорошим преданным был Махараджа Парикшит. And he describes how Maharaj Parikshit, even as a child, he used to worship Lord Krishna. He used to worship just like the family deity.
И он описывает в этом тексте, как Махараджа Парикшит имел обыкновение поклоняться и делал это так же, как старшие поклонялись семейным божествам. So Srila Prabhupada discusses about how some souls are very fortunate and they're born in devotee families. И Шрила Прабхупада в комментарии описывает, как некоторые души очень удачливы, имея возможность родиться в вайшнавских семьях. There are two situations. You get some souls who practice yoga for a long time, and they're born in the family of devotees. Существует две ситуации для душ, которые практиковали йогу долгое время. Одни из них рождаются в семьях преданных. And you also you have some other souls who practice yoga for a short time, but still not perfect, and they take birth in a wealthy family. Другие йоги, которые практиковали духовный путь в течение короткого времени, не достигли совершенства, они рождаются в семьях состоятельных людей. So Maharaj Parikshit was such a great devotee that he was born in a family which was both wealthy and also devoted. Махараджа Парикшит был настолько удачлив, что родился в семье, которая была и состоятельной, и которая была преданной Богу. Right. Maharaj Parikshit was born in the family of the Kurus. Махараджа Парикшит родился в семье, принадлежащей к династии Куру. And he was the grandson of Arjuna, who was one of the Pandavas. Он являлся внуком Арджуны, одного из Пандав. Of course, Arjuna and the Pandavas, they were all great devotees of Lord Krishna. So naturally, Maharaj Parikshit also was devoted to Lord Krishna. Так как пандавы были преданы Господу Кришне, то Махараджа Парикшит также был преданным Господу Кришне. So from his very childhood, he would play with dolls and he would imitate the worship of the deity. С самого детства он, даже играя в куклы, подражал в этом поклонению божеству. So two explanations are given, but we have Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur. They both say, they both agree that Maharaj Parikshit must have seen the family deity being worshipped. И приводится объяснение Джива Госвами и Вишванат Чакраварти Такур. Они оба сходятся в том, что Махараджа Парикшит поклонялся Господу Кришне. Oh no, I'm sorry. That's Sridhar Swami. Sridhar Swami said he was imitating the worship of the family deity. Ага. Шридхара с вами утверждал, что Махараджа Парикшит подражал членам семьи, которые поклонялись семейному божеству. But Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur, they both say that Maharaj Parikshit must have heard about the pastimes of Krishna, and he began to imitate Krishna's pastimes in Vrindavan. А Джива Госвами вместе с Вишванатой Чакраварти Такуром сходится в том, что Махараджа Парикшит слушал рассказы об играх Господа и подражал этим рассказам. So Srila Prabhupada tells us, when children are worshipping the deity when they're very young like this, and if they continue to worship throughout the life, then this means these children are liberated souls from birth.
they're nitya siddha, eternally liberated. И Шрила Прабхупада говорит, что независимо от того, чему он подражал, то и другое говорит о том, что он не те сидха или освобожденный с самого рождения. So some people will think, oh, Nitya Siddha is better than somebody else who becomes a pure devotee by doing sadhana. Нитья Сидха, некоторые утверждают, что Нитья Сидхи, Гурмадж, Нитья Сидха better than others. Yes, they're thinking somebody's a Нитья Сидха, he's better than the person who becomes pure devotee by sadhana. Некоторые утверждают, что Нитья Сидха лучше, чем те, кто стали чистыми преданными благодаря садхане. But actually, there's no difference between the two. Но на самом деле между теми и другими нет разницы. Somebody becomes a pure devotee, and somebody is born a pure devotee. We don't make a distinction. Мы не проводим различия, человек родился чистым преданным или стал чистым преданным. Just like somebody is a millionaire. Somebody may be born in a family which is millionaire, and so you become a millionaire by birth. Как, например, миллионер. Человек мог родиться в семье миллионера и стать миллионером по рождению. And somebody else, they're born with no money, but somehow they do business or they make money and they become a millionaire. So there's no difference. But somebody's born a millionaire and somebody becomes a millionaire. They're both millionaires. Другой родился в бедной семье, но так или иначе вел определенный бизнес и добился того, что стал миллионером. Неважно, он родился миллионером или стал впоследствии ним, они оба миллионеры. We don't discriminate. We don't think one's better than the other. We don't think like that. They're both millionaires. They're both rich men. Мы не проводим различия лучше тот или другой, они оба богатые личности, оба миллионеры. So, Srila Prabhupada, of course, he was born in a family of devotees. And so from his childhood he was worshipping deity. Шрила Прабхупада родился в семье преданных и поклонялся божеству с детства. But Narada Muni wasn't born a pure devotee. He was born in the womb of a maidservant woman, but he became a pure devotee. Нарада Муни не родился в семье преданных, он родился в семье служанки, но он стал великим преданным. Чистым преданным. So Srila Prabhupada is explaining that birth is not an obstacle to becoming a pure devotee. Таким образом, Шрила Прабхупада говорит, что рождение не может быть препятствием для того, чтобы стать чистым преданным. Someone may be born pure devotee, and somebody else becomes a pure devotee. They're both pure devotees. Кто-то может родиться чистым преданным, а кто-то может стать чистым преданным. Оба они чистые преданные. We understand they're pure devotees by their activities. Мы определяем чистого преданного по его деятельности. Just like in our Krishna consciousness movement, today and yesterday we were glorifying Srila Gopal Krishna Goswami.
Вчера и сегодня мы прославляем великого Гопал Кришну Госвами. Now Gopal Krishna Goswami was not born in a, he was born in a conservative Indian family, but they were not strict devotees. Gopal Krishna Goswami родился в консервативной индийской семье, но они не были преданными. But he became attracted when he met Prabhupada, immediately became attracted to devotional service. Но когда он встретил Прабхупаду, немедленно привлекся преданным служением. And he dedicated his whole life. After meeting Prabhupada, he could dedicate his whole life to Krishna's service. И после того, как он после встречи со Шрилой Прабхупадой, он посвятил всю свою жизнь служению Кришне. So a devotee can become pure devotee by association. Так преданный может стать чистым преданным благодаря общению. It's just taking a, we just have to take advantage of the association of devotees. Поэтому мы всегда должны извлекать благо из общения с преданными. So Maharaj Parikshit was a great devotee from his whole life, from the beginning of his life. He showed that devotion for Krishna. Махараджа Парикшит был великим преданным с самого начала жизни. Он показывал эту преданность. And we want to appreciate his dedication to worship Lord Krishna. And then when Sukadeva Goswami came, then he could immediately accept Sukadeva Goswami as his guide, as a proper person to guide him. Нужно отдать должное преданности Махараджа Парикшита. В тот момент, когда появился Шукадева Госвами, ему необходимо было чье-то руководство, он принял Шукадеву Госвами как авторитетную личность для того, того, кто мог бы дать ему духовное руководство. We see Narada Muni associated with these Bhaktivedantas who came to his home. He got their association for 2 months during the Chaturmasya period. Нарада Муни воспользуется возможностью общения с бхактивидантами, которые остановились у них в доме на 2 месяца во время сезона Чатурмаси. Maharaj Parikshit got Sukadeva Goswami's association for 7 days. Махараджа Парикшит получал общение Шукадева Госвами в течение 7 дней. So, it's not that we have to get a lot of association. Even a moment's association can give us perfection. Поэтому не обязательно, что общение может быть много. Может быть всего лишь момент или мгновение общения. But we have to take advantage of that association. Но мы должны извлечь максимальную пользу, максимальное благо из такого общения. So there are different ways by which we can become perfect, right? There is a Sadhana Siddha, there is Kripa Siddha, and there is the Nitya Siddha. И существуют разные результаты того, как воспользовались этой возможностью те, кто достигли совершенства. Существуют Крипа Сиддхи, существуют Садхана Сиддхи
и нитья сиддхи. Yes, right. So nitya siddha means the liberated souls who come from the spiritual world and they come to take part in Lord Krishna's pastime. Нитья сиддхи – это те освобожденные личности, которые приходят из духовного мира и вечно участвуют в играх Господа Кришны. And kripa siddha, it means somebody becomes perfect by special mercy. Крипа сиддхи – это те личности, которые получили совершенство благодаря особой милости. One time somebody asked Prabhupada, what did it mean, kripa siddha? Prabhupada said, just like if somebody comes and said, here, take it, I'm giving you $1 million, take it. He said, that is kripa siddha. He said, it doesn't happen very often, it's very uncommon. Однажды Шрила Прабхупаду спросили, как понимать, что вот, как определить, как можно объяснить, что человек получил крипа-ситхи. Шрила Прабхупада сказал, это подобно тому, как кто-то неожиданно подойдет к вам и скажет, вот возьми, я решил вот подарить тебе $1 миллион, вот возьми, пожалуйста. То есть это очень необычная вещь, случается крайне редко. Very, very rare that we will get kripa siddha. But at the same time, a devotee can aspire to get mercy. Это очень-очень редкая возможность получить такую милость. И, тем не менее, преданные очень вдохновлены такой милостью. But we shouldn't give up doing sadhana. We shouldn't think, I'll just wait for mercy and I won't do sadhana. That will be very wrong. При этом, надеясь на такую возможность, мы не должны пренебрегать садханой и говорить, я вот буду ждать теперь крипа-сиддхи. Это было бы неправильно. Just like it's very rare that people get an honorary degree from the university. They never go to university, but the university may honor them and give a degree. Примером такого неожиданного награждения может быть еще пример того, как в университете иногда может даже случаться так, что человек, который не посещал университет, тем не менее получает ученую степень. So that is very uncommon thing. Это не такая обычная вещь. There was one man, Bengali poet, his name was Rabindranath Tagore. He was called to England, Oxford University gave him a degree. He never went to university, but they called him and they honored him, they gave him a degree. В свое время был бенгальский поэт Рабиндранат Тагор, и Оксфордский университет Великобритании пригласил его, чтобы вручить ему ученую степень, хотя он никогда не посещал университет. So it's very, very rare such a thing happens. So same way kripa, to become perfect by kripa siddha is also very uncommon. Поэтому это очень нетипичная, очень редкая вещь. Таким же образом и крипа-ситхи – это очень-очень редкая вещь. At the same time, we may aspire to get kripa-siddha, we may aspire to get mercy, but we should not give up sadhana. Таким образом, ну, тем не менее, мы можем стремиться получить крипа-ситхи, но при этом не пренебрегать садханой. Our sadhana is very important to keep us healthy in spiritual life. We need to do good sadhana. Sadhana очень нужна, она поддерживает нашу духовную жизнь в здоровом состоянии. Regular chanting, regular hearing. Регулярное воспевание, регулярное слушание. At the same time, if you have children, if you're bringing up a child,
it's important to encourage them in Krishna consciousness. Если у вас есть дети, вы можете вдохновлять их принимать сознание Кришны. If you have a child and you should arrange to try to let your child see the worship of the deity in the home. The child should be seeing the parents worshiping the deity, and they should see the parents chanting, and in this way the children will follow the example of the parents. Если у вас есть дети, им следует видеть, как родители поклоняются божествам, как родители воспевают, и тогда они тоже будут повторять за ними, за родителями. Okay, we will stop here. Ask if there's any question. Здесь мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы? Audrey. Yes, Guru Maharaj, I am waiting devotees who want to ask question. Матаджи Ватишачи, пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо большое. Харе Кришна, у меня вопрос по Шримад Бхагаватам 3.7.8. Пожалуйста, примите мои поклоны со слова Шри Прабхупады. Hello, can you hear me? Yes, Guru Maharaj, I'm hear you. Audrey, are you hearing me? Yes, yes. Yes, Guru Maharaj, I'm hear you. I can hear you. Hare Krishna. Audrey, I cannot hear anything. Krishna, we hear you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Is anybody there? Can you hear me? Hare Krishna, Guru Maharaj, we hear you. Guru Dev, we can hear you, okay. Наверное, Махарадж не слышит нас. Да, он нас не слышит, он об этом говорит. Да. Как? Okay. Audrey, I'm not hearing anything. Guru Maharaj, we hear you. Yeah, we can hear you. Oh, Vaishnava Bhavani says she can hear me. I cannot hear anybody. I don't know what's going on. Hare Krishna, Guru Maharaj. Может быть, написать письменно вопрос? Не надо, этого нет смысла. Как мы будем взаимодействовать? Нужно просто попробовать, может быть, перезайти. Сейчас подождем. Кришна, Кришна. Сейчас есть надежда, что Гуру Махарадж перезагрузится, будет лучше. Hare Krishna, can you hear me? Yes, Guru Maharaj. Now I can hear you. Yeah. Yes, Guru Maharaj, but at that moment we constantly hear you, but you didn't hear us. Anyway, Маджи Ватишачи want to ask question. Маджи Ватишачи, пожалуйста. Ага, хорошо. Так, вот я читаю этот текст Шримад Бхагаватам 3.7.8 из комментария. Любой преданный обладает некоторым знанием о Боге, и преданное служение по милости Господа позволяет ему познать все остальное. Хотя порой преданный и называет себя невеждой, он прекрасно разбирается во всех, даже самых сложных вопросах. И мой вопрос, а на каком уровне мы получим вот такое знание, что мы будем прекрасно разбираться во всех, даже самых сложных вопросах?
И, может быть, мало нам просто читать книги Прабхупады, то есть нужно, чтобы у нас какие-то внутренние изменения произошли, или же это зависит от милости Господа только лишь, как здесь написано. So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances of Glories to Srila Prabhupada. My question is about Srimad Bhagavatam 378. This is from Prabhupada's purport. Anyone who is a devotee of the Lord knows about the Lord to some extent, and devotional service to the Lord makes him able to know everything by the grace of the Lord. Although a devotee may apparently express himself to be ignorant, he is full of knowledge in every intricate manner. So, Guru Maharaj, my question is, on what level can we become such a knowledge? Can we... So we will be full of knowledge in every intricate matter, how Prabhupada said. Maybe it is not enough only to read Prabhupada's book and teach some shlokas and so on, and we need some changing in our heart to be like this, to get such a knowledge, or it happens only by Krishna's mercy. Well, it may be by Krishna's mercy, but it may also be by your own desire. If you read Prabhupada's books carefully and you surrender to Krishna and cultivate a mood of pure devotion, then Krishna can reveal everything to you. Это может происходить и по милости Кришны, а может происходить благодаря вашему собственному желанию, если вы внимательно читаете, изучаете книги Прабхупады, культивируете необходимое настроение предания, то Кришна открывает вам это сердце. Yes. Вот так. Yes, thank you very much, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Next question. Так, вопрос я вижу в чате. Маджикарпура Манджари, Хари Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста, спасибо за лекцию. Есть четкое разделение между садхана ситхи, крипа ситхи. Next question from Маджикарпура Манджари. Хари Кришна, your holiness, thank you for your class. My question is there a clear difference, a clear line between sadhana siddhi and kripa siddhi? Well, yes, of course. There's a clear line, yeah. Kripa siddhi is something we said, like it comes almost like there's no qualification. You even without your desire, you may get it. Да, конечно, четкое различие есть. Крипа-ситхи – это тот, кто получает, даже не будучи готовым, даже, может, и не имея желания на это. But sadhana siddha, it means somebody's been seriously practicing the discipline of devotional service. Садхана ситхи – это тот, кто строго и регулярно следует практике преданного служения, регулируемого преданного служения. They see it, they're regular, every day they're constantly thinking about devotional service and trying to serve Krishna and please Krishna. Садхана – это когда человек регулярно занимается преданным служением, стараясь удовлетворить Кришну. And they strictly observe all the rules and regulations for a long time. И строго соблюдает правила предписания в течение долгого времени. So quite different from Kripa Siddha. Вот такая But the result is the same. They become pure devotees. Ну, вот такое четкое различие, но результат будет один и тот же, оба будут чистые и преданные. And pure devotee means they give up material desires. They're not attached to the material world anymore.
И чистая преданность означает, человек отбрасывает все материальные желания, больше они его не привлекают. They have no more material desires. Больше нет никаких материальных желаний. Mm-hmm. Okay. Вот так. Второй вопрос. Второй вопрос. Можете немного рассказать о высвятейшестве Гопал Кришна Госвами? Can you tell us briefly about His Holiness Gopal Krishna Goswami? Well, we can say he dedicated his whole life, like from a very young age, more than 57 years. He spent 57 years as an active member in ISKCON society. Можно сказать, что он провел всю свою жизнь с самой молодости в служении Кришне, 57 лет, он был активным членом ИСКОН. And Srila Prabhupada made him a GBC more than 50 years ago. Srila Prabhupada сделал его членом GBC более 50 лет назад. He is one of the directors of the Bhaktivedanta Book Trust. Он был одним из директоров Bhaktivedanta Book Trust. He printed books in many different languages. Он напечатал книги на многих языках. And he inspired the devotees to distribute the books by his own example. И он вдохновлял преданных распространять книги своим собственным примером. And then he built wonderful temples with very beautiful deity worship. И он построил много красивых храмов, где поклоняются божествам. And he would, every day, he would come and do the Mangal Arti, wherever he was. He would always come and do the Mangal Arti. И где бы он ни находился, он всегда приходил вовремя на Мангал Арти. So he initiated thousands of disciples. Он инициировал тысячи учеников. And he inspired them also to preach and to distribute books. И он вдохновлял их проповедовать и распространять книги. And he set the example himself by his own activities. И он показывал им собственный пример деятельности. He preached, especially in North India, and then in Russia. And he preached also in the Middle Eastern European countries like Kazakhstan and other places there. И он проповедовал большей частью в Северной Индии, также в России, в Среднем Востоке, в европейских странах, в Казахстане. And he always tried to, he was always very kind and loving and caring for devotees. И он проявлял качество любви и заботы к преданным. So his departure is a great loss for our ISKCON society. Поэтому уход — это великая потеря для общества ИСКОН. At the same time, we are sure that he's gone on to serve Srila Prabhupada. И в то же самое время мы уверены, что он отправился заниматься вечным служением Шриле Прабхупаде. Окей. Вот так. Спасибо. Thank you very much. Next question. Вам Шридхар Прабху, ваш вопрос. Хари Кришна Махарадж, большое спасибо за очень такую точную лекцию, точно описывающую комментарий Шрилы Прабхупады. Вы сказали, что вот преданные, упомянутые преданные Нарада Муни и Парикшит Махарадж, они недолгое время получали общение, тем не менее достигли совершенства. И
С другой стороны, мы можем видеть, что чем ниже уровень преданного, тем больше общения ему нужно. Да? Допустим, мудрецам на Имишаране потребовалось долгое время, и там даже не говорится, что они достигли совершенства. Нарада Муни за 4 месяца достиг, там, да, и Махарадж Парикшит за 7 дней, да, в зависимости от своего уровня. А что нам делать, как максимально достичь совершенства, да, ну, в максимально короткие сроки, да, за одну жизнь хотя бы, да, благодаря общению. Вот можете какие-то дать инструкции? Спасибо. The question from Vamshidhara Prabhu. Thank you, Guru Maharaj, for your class. Very clear explain the Prabhupada's purport. So you said that Narada Muni and Maharaja Parikshit became perfect, achieved perfection through association with great souls. Narada Muni about 4 months, Maharaj Parikshit during 7 days, but in the same time, the sages of Naimisharanya forest, they need more time, and even not clear explain how long time they need for become perfect. So my question is, what should we do? How can we get perfection at least during one life, or to speak less? Well, we have to take advantage. We have to take full advantage of the Krishna consciousness movement and engage in all the activities of the Krishna conscious centers, hearing and chanting, worshipping. Everything is there for our perfection. Мы можем воспользоваться возможностью, которую нам предоставляет общество сознания Кришны, слушать, повторять, заниматься служением и так достичь совершенства. If we're faithful to the program, follow the process of Krishna consciousness, and the regular program, the sadhana bhakti, then gradually we can also come to the perfect stage. Если мы будем регулярно участвовать в программах, заниматься садхана-бхакти, то мы подойдем на уровень и достигнем совершенства. We just have to keep watering the seeds, right? The seeds are planted, the seed of bhakti is there. We have to water the seed, and we have to guard against the weeds and pull out the weeds. When we see weeds developing, we have to pull them out. Мы должны просто продолжать поливать семя бхакти, оно уже есть, оно уже посажено. Нужно просто его продолжать поливать и выпалывать сорняки. We want to be careful to cultivate the seeds. Don't commit any offenses, avoid the offenses. Offenses are like in chanting the holy name, offenses in seva. Amparad, offenses in dealing with devotees, these can obstruct our bhakti. Нам нужно только стараться избегать оскорблений в нашем практике. Мы должны стараться избегать оскорблений святого имени, оскорблений, связанных с поклонением божествам, оскорблений вайшнавов. Это все будет препятствием для нашего бхакти. We're, you know, the example is given just like the mango. The mango is green, but if you just wait and gradually it will ripen. And so the same way, we've got the seed of bhakti. The seed of bhakti is like the green mango. You know, we just have to keep hearing and chanting, and gradually, in time, that
green mango will become ripened. Это подобно примеру с зеленым манго. Манго зеленое, оно уже существует, но оно еще не зрелое, поэтому нужно дождаться, когда оно созреет. Также наше бхакти, у нас уже есть семя бхакти, оно уже существует, но оно еще не зрелое, поэтому необходимо продолжать практику слушания, воспевания, и постепенно манго созреет. Окей. Я хотел уточнить вопрос. У меня вопрос был непосредственно, как мы можем получить максимальную пользу именно от общения с возвышенными преданными. My little addition to my question, how can we fully take advantage from association with the great devotees? Well, we take full advantage of the association of devotees by hearing carefully, by practicing what we hear, and by serving them. Максимальное благо от общения с возвышенными вайшнавами мы можем извлечь это, слушать внимательно их, практиковать, практически воплощать то, что мы услышали, и служить этим преданным. Narada Muni took advantage of the association of the Bhaktivedantas by just one time, only one time he asked their permission, he took the remnants of their food one time. Narada Muni служил этим великим душам, Бхактивидантам, сходным образом, и он вообще всего лишь один раз с их разрешения попробовал остатки их пищи. And at the same time he was very careful to follow, to accept the discipline which they expected. In other words, he behaved very nicely. He did not talk nonsense. He did not take an interest in sports. He was obedient to them, and he had always the service attitude. Он удовлетворил, Нарада Муни удовлетворил их своим служением. Он был очень дисциплинирован, он внимателен. Он внимательно относился ко всему, что они просят. Он был послушен и таким образом удовлетворил их. Окей. Yes. Any other question? Вопрос был от Шри Гурухари Прабу. Ну, я этого не знаю, поскольку я не вижу здесь написано вам Шридхара Дас. Значит, это был Шри Гурухари Прабу. Следующий вопрос. Махашакти. Я, к сожалению, могу только читать название, кто откуда выступает. Поэтому, пожалуйста, представляйтесь. Хари Кришна. Махашакти, да, меня зовут так же. Вопрос такой, вот Махарадж сказал, что Крипа Ситхи и Садхана Ситхи, когда на этот вопрос отвечал, когда они достигают совершенства, у них уже никогда не возникает материальных желаний. Такой критерий, да? У меня вопрос в следующем, потому что откуда они берутся материальные желания у людей, которые которые живут в духовном мире. То есть они же как бы чистые, преданные все там. И второй еще момент тоже, который меня тоже смущает, это что вот сейчас говорят, Махараджа Кишхира, который по сути своей был чистым преданным, он, озвучивает старшие вайшнавы, что иногда говорил, что вот я хочу разбогатеть, такое положение занять очень высокое, для того, чтобы показать, какое положение по милости Кришны, чисто в материальном отношении процветания. Вот эти два момента, может Махараджа. Мне было не совсем понятно, Махашакти Прабху, первый вопрос. То есть первый вопрос, как звучит? Первый вопрос, откуда вообще у чистых преданных, которые живут в духовном мире, появляются материальные желания, что они приходят сюда в материальный мир?
А кто сказал, что чистый преданный приходит в материальный мир из-за материальных желаний? То есть вы это постулируете, но... Просто кто-то приходит в материальный мир. С духовного же обители приходят души. Ну, с планеты Вайкунхи. Ну, такие утверждения как бы доказаны, постулаты. Вы спрашиваете про падение дживы или про чистых преданных? Чистые преданные приходят не вследствие материальных желаний. А в духовном мире не чистые преданные находятся? Я честно не понял ваш вопрос, правда. Давайте вы зададите. Что вот постулат у меня такой, что в духовном мире все чистые преданные. Это вопрос тогда к вам. А, если как... Я буду переводить. В духовном мире чистые преданные, и почему они приходят с материальными желаниями? Откуда берутся материальные желания у них? Понятно. Хорошо. Сейчас первый вопрос. The question from Mahashakti Prabhu. We know as in we know that in spiritual world all jivas are pure devotees. So the question why they have material desires when these pure souls when these pure souls came to material world. I cannot understand the question, I just translate. Well, the nature of the living entity is to desire. Природа живого существа желать. And the living entity has independence. They can either desire to serve Krishna or they can desire to enjoy Maya. Живое существо имеет свободу независимости служить Кришне или служить Майе. The Lord Krishna doesn't take away the desire of the living entity. Everyone has that independence to desire as they like. Господь Кришна не отнимает эту свободу независимости у живого существа, позволяя ему действовать, как оно того желает. It's up to everyone to choose how they want to desire, what quality of desire they want to have. И поэтому у каждого есть возможность выбрать, какого качества желания он будет желать. You cannot stop. You can't, don't think because you're a pure devotee, you don't have any desire. Yeah, pure devotees also have desire, but they desire in relation to Krishna, to please Krishna. Если кто-то чистый преданный, это не значит, что у него нет желаний. Чистый преданный тоже желает, но все его желания связаны с Кришной. And when we start to desire to serve our own senses, then we come in the material world. Но как только мы начинаем желать служить чувствам, мы приходим в материальный мир. Alright. Does that answer this question? Таков ответ на этот вопрос. Second question from Mahashakti Prabhu. We know that Maharaj Yudhishthira, one of the Pandavas, is a pure devotee, but in the same time, Prabhu somewhere here that Maharaj Yudhishthira had desire to become rich. So his question is, how can Maharaj Yudhishthira had the desire to become rich? Yeah, it's just his question. I don't know where he heard it, but I just translate. So the question is, why in the same time he is a pure devotee and also in the same time has the desire of become rich? Well, if he desires to become rich, is to use the money for the performance of a yajna, which is performed for the pleasure of the Lord. Он мог желать разбогатеть, чтобы организовывать яги для удовлетворения Верховного Господа.
Yeah, at one point Maharaj Yudhisthira sent the four Pandavas, the four brothers, he sent them in different directions around the planet to bring back wealth so that he could perform Rajasuya Yagya. Махараджа Юдхиштхира даже отправлял своих братьев четверых на разные планеты, чтобы они собирали необходимое богатство для проведения Раджасуя Яги. But that yagya was being performed for the pleasure of the Supreme Lord, not for Maharaj Yudhisthira's pleasure. Но эта ягья проводилась для удовлетворения Верховного Господа, а не для удовольствия Махараджа Юдхиштхиры. Maharaj Yudhisthira likes to offer everything for the pleasure of the Supreme Lord. Maharaj Yudhisthira любил, ему нравилось предлагать все для удовольствия Господа Кришны. Mm-hmm. Вот так. Okay. Next question from Маджи Хладини, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста. Спасибо за лекцию. У меня вот вопрос по поводу Шримад Бхагаватам 8.20.13. Там в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что преданный покоряет Господа Вишну своим служением. Другого способа победить Господа Вишну нет. И вот мы обсудили, что это вот как гопи, они, получается, побеждают. А вот обычные преданные, ну, вообще должны как-то думать о том, что Господа вообще можно победить. Вот он же непобежденный. Вот такой вопрос. То есть вопрос, как победить Господа? Да нет, наверное... У преданного не должно быть такого желания победить Господа. Почему вот Шрила Прабхупада пишет, что нет другого способа победить? А зачем вообще нам побеждать Господа? Так вопрос в том, уточнить, нужно ли нам пытаться победить Господа, или вопрос в том, зачем Шрила Прабхупада так говорит? Ну вот и то непонятно. Так, теперь мне осталось найти цитату. Как она там еще раз звучит? 8.20. Ну, там легко. Преданный покоряет. Я могу скопировать, прислать в чат, но только у меня русский. Принесите, она не длинная. А, ага, копирую сейчас. А, да, просто произнесите. Просто произнесите. А я уже скопировала. Так, сейчас тогда вставляю. Просто произнесите, Маджи Хладини. Преданный покоряет Господа Вишну своим служением. Другого способа победить Господа Вишну нет. Mm-hmm. The question from Ajay Khaladini. She wrote in Shrimad Bhagavatam, 8th canto, 20th chapter, text number 13. In Srila Prabhupada's purport, devotee conquered Lord Vishnu by his service. There is no other way to conquer Lord Vishnu. There is no other way to conquer Lord Vishnu. So the question is, should devotees think how to conquer Lord Vishnu? I cannot understand. Well, what shall Prabhupada you means? Have to understand, it's not like conquering someone in the material world. Conquering Lord Krishna or Lord Vishnu, it's not like conquering someone in the material world that, oh, you conquer a kingdom, you conquer a country, and you take possession, it becomes yours. It's not quite like that. Это вот это вот слово «победить Господа», оно не несет такой оттенок, к которому мы привыкли в материальном мире. В материальном мире оно более негативный оттенок несет. Победить, то есть забрать царство, победить соперника, победить противника. Немножко другой смысл. Mm-hmm.
Yeah, you can conquer someone material world just like maybe the Roman Empire, the Romans conquered Europe and they take control over Europe, becomes part of their empire. В материальном мире это всегда сопровождается с таким силовым подчинением, как, например, римляне захватили Европу и присоединили часть земель, и присоединили эти земли к своей империи. So, Gurmaraj, what does it mean to conquer to the Lord from the point of view devotee? Well, point of devotee, conquering the Lord means by your devotion, the Lord becomes attached to the devotee. С точки зрения преданного служения, победить Господу означает, что то настроение преданного привлекает, и настроение служения привлекает Господа. You know, in Bhagavad Gita, Krishna said he's equal to everyone, but he has a special inclination to his devotees. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что я равно отношусь ко всем, но испытываю особое отношение к своим преданным. So, if we can become somehow, if we become very nice devotee, Lord Krishna says, he says, I carry what the devotee lacks and I preserve what they have. Yoga Kshema Vahami Aham. Krishna said, I carry what the devotee lacks and I preserve what they have. So that is the, what happens when you're able to conquer Krishna, that Krishna becomes a servant of the devotee. He becomes so indebted to the devotee. He'll do anything for the devotee. И в Бхагавадгите Кришна еще говорит о том, как он привлечен таким преданным. Он говорит «йога кшема вахам яхам», когда я, как сказать, привлекаюсь таким преданным, я даю ему то, что ему недостает, и сохраняю то, что он имеет. И будучи таким привлеченным преданным, я даже могу стать его слугой. And you see the example how Lord Krishna became chariot driver for Arjuna. And he became a messenger for Maharaj Yudhisthira. И мы можем видеть пример того, как Господь стал колесничим Арджуны. И мы можем видеть пример того, как Господь стал парламентером или доставщиком послания от Махараджа Юдхиштхиры. Okay. Gurmaraj, I opened this purport before I translate personally, but now I open purport and Srila Prabhupada used the word defeated. Lord Vishnu is defeated by devotee. No one can defeat Lord Vishnu. This is proper word. Yeah. In English. Same thing. Yeah, same thing, yes, Gurmaraj. Conquered, defeated. Mm-hmm. Synonyms. Что вы сказали сейчас? Я сказал, что я открыл английский вариант и посмотрел, как в английском варианте будет. Гуру Махарадж сказал все то же самое. И суть не меняется. Окей. Mm-hmm. Okay. Вот есть еще вопросы? Махашакти Прабу, у вас еще один вопрос? Да, можно задать? Пожалуйста. Спасибо за ответ, хороший ответ. Спасибо вам за перевод. Я хотел узнать понятие саньяса, вот с преданным разговор зашел. И за принятие саньяса,
Махшакти Прабху, все прерывается. Пожалуйста, вам придется с самого начала. Плохо слышно. Вот это принятие саньяса ашрама. Вот у человека. Я вот раньше считал, что вот в принципе человек способный контролировать вача-вега, вот такой вот стиль настроения. Это уже человек может, ну, как бы, у него духовная сила есть, и он может контролировать саньяса вожделение, контролировать, то есть, ну, не допустить. А есть такое понимание также, что для принятия саньяса уже должна быть такое, ну, как бы, то ли в уме, в тонком теле, бытие, что он вообще нету. И вот тогда он может принять саньясу. Вопрос в этом. Понимаете вопрос? Я понял тему, что вы хотели узнать, а вопроса не понял. Вопрос в чем будет? То есть идею я понял? Да, уже квалификация такая, что человек может контролировать, у него есть духовная сила, контролирует вожделение, и уже, в принципе, он может, ну, как бы принять, ну, попытаться принять ашрам этот саньяса. Или же он должен быть абсолютно чистым, и только тогда он может принять саньясу. В этом... Должен ли для принятия саньяса быть абсолютно чистым, либо просто накопить силу для контроля своих чувств? Вожделение, да. Или у человека просто... The question from Mahashakti Prabhu regarding taking sannyasa. Should devotee become fully pure for taking sannyasa, or devotee may keep some strength for control his senses and then he may take sannyasa? He can keep himself, he can keep some strength to control his senses and in this way become pure. Преданный должен накопить силу для контроля чувств и так стать чистым. You should have a good basis of knowledge. In the Kali Yuga, sannyasa is meant for preaching, for distributing the Krishna conscious philosophy. So you should be well versed in the Krishna conscious philosophy. В Кали-югу саньяса нужна для проповеди и распространения сознания Кришны. Для этого ему хорошо необходимо знать философию, он должен очень хорошо в ней разбираться. That is the real strength, that you have a good philosophical knowledge will help you to control the mind and senses. В этом истинная сила. И это позволяет контролировать ум и чувства. Окей. Okay. Это понятно? Да, это понятно. Вот, если у человека тело, философия у него правильно, и он, ну, как не ясно. Я вас плохо слышу, Махашакти Прабху. Что-то у вас со связью. Я не могу ничего разобрать. Ну, то есть, получается, что если человек, у него есть духовная сила, он хорошо разбирается в философии, то он может принять саньясу. Гуру Махарадж так и сказал. Да, ну, значит, вот это как бы для принятия саньяси, да? Все. Да. Хари Кришна, все. Хари Кришна. Next question from Ачи Раджарани, пожалуйста. А. Хари Кришна, преданный okay. Гуру Махарадж. Примите поклон, меня слышно, я через наушник говорю. Да, в общем-то, слышно. Да, вот вопрос появился, Гуру Махарадж. Мне тут сигнал пропал, но Гуру сказал уже об этом. А как скопить вот эту силу для контроля чувств? Это мне зацепило предложение. Спасибо большое. The question is in addition of previous question regarding sannyas. How can we keep this strength for control our mind and senses? By properly hearing and understanding, and then just teaching others and explaining to others. Благодаря правильному слушанию, благодаря пониманию и затем обучению других. Okay.
Это понятно? Да, спасибо, записала. Харе Кришна. Yes, thank you, Харе Кришна. А еще вот о Гуру Махарадж, а вот правильное слушание, можно спросить? Вот правильное слушание, это что, обязательно ты должен сесть и слушать, прям, ну, хотя бы час? Вот в чем заключается правильное слушание? Потому что мы обычно слушаем, ходя туда-сюда, дела, служения. А вот слушать надо сесть и записать, посвятить вот этому какое-то отдельное время в своей жизни каждый день. Вот это может Can you explain briefly what does it mean proper hearing? Because usually we hear during some doing some service, some our responsibilities. So maybe a proper hearing when we find a proper time, special time for hearing and understanding, is it? Well, proper hearing means you can remember, you can repeat, you understand, and you can explain to other people. Правильное слушание означает, что вы запоминаете, потом понимаете и потом повторяете для остальных людей. Спасибо большое. Thank you very much. Все, да? Okay, we finished. Yes, Guru Maharaj, there are no questions. No more questions? Okay. Thank you. Yes, thank you for your time. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Lord Bhakta Vrinda ki jai. Bhakti Vrinda Maharaj ki jai. Харе Кришна, спасибо большое, Дридхарна Прабху, за перевод. Примите ваш поклон. Харе Кришна. Пожалуйста, организатор, завершите, пожалуйста, конференцию. Организатор. Кто организатор, завершите, пожалуйста. Написано Бамшидара, Прабху, организатор. Маджикар Пурмаджари.